Добрый день. Вчера меня встретил мой старый приятель и сказал: «Раб Мендель, что-то давно не было твоих блогов». Я подумал, действительно, что-то давно не было наших блогов на «Коротко и ясно». И решил поделиться с вами следующим моментом, который я нашел здесь в трактате «Брахот» на 60-м листе. Мысль, которая меня просто поразила, и я считаю, что ее нужно как бы, ну, поделиться с вами. Вот. Говорит Гемара так. Иуда Барносен Хавишакель Вазель Батрей де Равамнона. Иуда Барносен шел за мудрецом, которого звали Равамнона. Эснах грустно вздохнул по поводу каких-то своих проблем. Омарлей сказал ему: «Исурим бой гау гаврила ату янавший». Страдание хочет этот человек привести на себя. Дектив, ведь написано в книге Йов: «Ки пахат пахатты, ибо я страх боялся». Страшно, чего-то боялся. «Вияснеси». Я вздыхал грустно. «Вашир егорти», того, чего я боялся, я вуалай, пришло ко мне. Придет ко мне. Так говорит Йов. То есть, говорит Рав Амнуна, ты грустно вздыхаешь, и ты чего-то боишься, знай, что то, чего ты боишься, это к тебе придет. Задал ему вопрос Иуда Барносен. «Актив аша йодом и фахетом». Написано, что человек должен бояться постоянно. «Гау бедеврей Тора актив». Это написано про слова Торы. Раша объясняет, что про слова Торы написано, что человек боится, что он их забудет. Он постоянно должен их повторять, изучать, никогда не забывать о них, для того, чтобы они как бы были постоянно у него на устах. Как рассказывает про одного мудреца, Рогачевера, Раби Йосеф Рознер. Он говорил, что у него плохая память. Про него говорили, что он все время помнит слова Торы. Почему? Все время помнит Торы, потому что только что повторил. Так вот это вот память плохая, но он только что повторил, поэтому ты помнишь, но только что учил. Но что здесь написано, что человек чего-то там страшится, боится. Ты далеха, знай, говорит Рав Амнуна, если ты чего-то боишься, и в книге Иов Моше Рабейну уже написал, что это придет. А предыдущая гемара говорит, а что же, так сказать, как бы, если человек чего-то боится, что ему делать? Так написано, тот, кто боится, значит, в нем есть какой-то грех. Это предыдущее высказывание здесь в гемаре. Раз человек боится, он, значит, он грешник. Что значит грешник? То есть вот это вот состояние греха, оно заставляет человека бояться. А что делают, когда у человека есть грех? Нужно лахзор бетшува, возвращаться к Всевышнему. То есть на самом деле страх искореняется тем, что человек возвращается ко Всевышнему, и Всевышний поможет человеку преодолеть его страхи. Я не знаю, что скажут психологи, которые послушают этот блог и мои рассуждения. Мне интересно, на самом деле, что они, как они прореагируют. Но здесь в Геморе написано, что страх перед чем-то приводит это что-то, и причина страха – это грех. Ну, а по поводу грехов, еще раз, да, мы просто знаем, что нужно делать. Лахзор бетшува, возвращаться к Всевышнему, отказываться от греха, как бы признавать, что человек его сделал, больше делать не будет, и раскаиваться, что его делал. И тогда и страх должен уйти. Вот такая версия, которая у меня получается из вот этого высказывания Талмуда. Обсуждайте. Спасибо большое.